Добрый день. Почем у нас масло в магазине? В общем, и 72 гривны, и 62. Но ведь это все не за литр. Тут знаете, как делают? 0,9, 0,85. В общем, вот так вот, как бы, знаете, литра здесь и нет в этих бутылках. Вот 0,85. 0,85. То есть это даже не за литр. Они берут, просто делают меньше бутылку и цену добавляют. И людям кажется, это немножко на литре добавилось. Ну вот можно вот такими большими, это, по-моему, по сколько там, или по 5 литров, сразу взять и не ходить с каждой бутылочкой. Но это если у вас и зарплату дают в 5 раз больше или за 5 месяцев вперед. Тогда можно нахапать. Так вот, ну даже чуть-чуть и в цене упало. Ну, соль. Что, все? Прошел ажиотаж. Уже даже в цене падает. Никто не хватает, с ума не сходят. А то прям, ой, соли нет. Вот тут магазин сам делает выпечку. Я, правда, очень редко беру. Ну, я не очень, как бы, такое полюбляю. Я и сама как булочка. Куда мне он? Плюшка. Сама как плюшка. Хотя иногда как-то за редким исключением возьму. Ну, вкусно, конечно, свежее. Паски на любой выбор. И даже разных хлебокомбинатов. Так что, если кому-то что-то нравится, даже можно выбрать. Это, кстати, магазин у нас называется АТБ. Вот, если честно, я даже не знаю, почему АТБ. Что такое АТБ? Что-то какое-то сокращенное. Ну, пасок, смотрю, налепили, накрутили, в ряд повыставляли. Ну, чтобы прямо их так хватали, нет. Дороговато. Кто-то, может, сами делают. А кому купить вот так вот? Ну, вот как я купила малюсеньких там. 3 штучечки и хватит. А так в ряд повыставляли. Красивенько. Ябака. Вот я люблю всякую такую белиберду смотреть. Здесь чего только нет. Вот такое вот что-то. Можно и самим сделать. Но я уже ничего такое не делаю. Куда его ставить? И так вся квартира захламленная вот такими финтифлюшками. А так посмотреть прикольненько. Разные вон цыпочки. У кого детки, конечно, хорошо так в квартире украсить. О, красок навалом, даже все и не раскупили. Вот столько этих разных красок. Глазурь какая-то цветная. Что-то зеленую не берут. Вот и посыпочки разные. Это кто пекут, на Пасху можно сверху. А вот эти вот такие съедобные разные цыпленки. Что еще? Вот, говорю, люблю посмотреть всякое. Чего тут только нет. Вот такое вот. Ну, куда это? В общем, всякое-якое. Ладно, все. Надо уходить отсюда. Как вам домик? Нравится? Хотели бы в таком жить? И небольшой, и не маленький, правда? Уютненький. Угу. Вот что весной красиво, все, конечно, распускается, все такое свеженькое. Одна начала, и разгавкала вся улица. Ужас какой-то. Ой, там что-то... Слышу, женщина что-то кричит. Может, или собака там что-то нападает. Не пойму. Так вот я говорю, все распускается, что скоро даже вот такие вот дебри, заросли, они когда все зарастут, и деревья, так оно будет даже как-то и миленько. Ну, ты посмотри, все собаки. Вот, посмотри, что творится. Ужас. Жесть какая-то.
Я там проходила под одним забором, вообще три морды такие, как высунулись под низу. Ужас. Сегодня что-то погода так. То солнце, то спрячется. А вообще-то жары нет. Так я вам скажу. Вышла. Вышла по делам пройтись. Ну, я оделась так. И не холодно, и не тепло. Все обещают нам вот прям тепло, тепло. Не, ну, по сравнению с зимой, понятное дело, что тепло. Но хочется уже прям совсем на пляж пойти. Кстати, о пляже. Я здесь в конце добавлю видео нашей прогулки по пляжу. Посмотрите, как вода вообще разлилась. То, что раньше было. Ну, что это такое? Поговори, два слова не дают сказать. Перегавкивают. Это как люди, точно. Я к чему? Да, по пляжу ходили. Но это, правда, вечером, там темно. Но все равно видно, как вода сильно-сильно, Днепр прямо разлился. Вот. И позатапливала там пол пляжа. И дальше вода пошла даже по тем дорожкам, по которым к пляжу мы подходили. Так, а потом мы с пляжа уходили через там частный сектор вдоль пляжа. Так, слушайте, не могли нормальную дорогу найти. Туда мы пошли по одной дороге, которая так под уклон, и как-то сразу не обратили внимания. Назад пошли по другой дороге. Такие ли дошли? Я уже просто и не все снимала. Оно потемнело и как-то там особо было не видно. Но попробую туда сходить еще через 2-3 денька, посмотрю, что там. Ну, попробую днем сходить, если будет время. И посмотрю, что там на пляже днем происходит. Потому что в новостях сейчас показывают то там, то там, то там подтопление. Вот это, где люди живут вдоль берега. Так там вообще и во дворах, и на улицах прямо вода. То есть Венеция. Самая настоящая Венеция. Суп себе варю самый простецкий. У меня там три каких-то крылышка несчастных было. Лук, морковь я не обжариваю уже давным-давно. А раньше, знаете, обжаривала. Оно, конечно, цвет красивее, но, как говорят, жареное не полезно. Ну, не полезно и не надо. А мне чем меньше мороки, тем лучше. Значит, я вот это вот сюда бросаю. Вот, лавровый листик. Кто бросает в начале, кто бросает в конце, кому как. Посолить. Соль еще потом попробую по вкусу, чтобы не пересолить. Сразу бросаю и черный перчик. Потом, если мало, я еще и в тарелочку могу себе добавить. Так, пусть варится. Кстати, сразу могу бросить и сладкий перец, вот у меня замороженный. А то скоро уже будет свежий, а у меня в заморозке все хранится. Вот так вот перчика бросить. Можно не жалеть. Я себе могу позволить. Живу в достатке. Ну ж, перец болгарский у меня точно есть. Пакетик замороженный. Ну, вот такая вот красота получается. Сейчас это немножко поварится. А потом вот у меня смесь пластивцы. Как сказать это? Пластивцы. Ну, вы меня поняли. Да? В общем, из трех сортов. Тут получается овсянка. Было написано. Где ж я видела? Где же я видела, уже где-то потеряла название. А, вот оно. Ячмень, пшеничные, овсянка. Вот три вида. Я такое люблю. Вот я люблю с овсянкой. Так, добавляю овсянки. Я так всегда на глаз бросаю. Чуть-чуть. Много тоже не надо, а то каша получится.
Вот и все. Сейчас в конце бросить немножко только зелени, и все. И в завершении зелень. Ну, себе я бросаю чеснок, а так, конечно, на любителя, кому как нравится. Я, например, люблю. Но это уже в самом конце, и зелень, и чеснок. Ой, как пахнет. Сейчас точно соседка начнет в двери стучаться и говорить: Марина, что у тебя там опять пахнет? Мне не жалко, я могу и угостить. Мне совсем не жалко, даже в радость, вы знаете. Если я соседке дам супика, мне это только доставит радость. Так что все. Сейчас буквально булькнет несколько раз. И приятного аппетита. Народ гуляет, отдыхает. Где-то музыка там потихоньку играет у них. В общем, кутит народ. Вот тут я смотрю на пляже спортивная площадка. Она, ну и раньше была. А вот поставили такой вот типа трибун. Я сразу подумала, это лавочки. Потом думаю, нет. Ну да, это ж так вот, чтобы сидеть. Ну, мини-трибун. И вот люди приходят посидеть. Так что официально я пока сезон не открываю. То есть вот как Марина покупается, тогда можно считать, пляжный сезон открыт. Но пока нет. Пока я не покупалась, купаться никто не идет. Понятно? Только как я отмашку сделаю, тогда все будем купаться. Посмотрите, какая красотища. Надо было мне взять свой шикардосный фотоаппарат, и мы тогда могли бы красиво приблизить и посмотреть весь город. Ну и так, я считаю, красиво. В огнях. Да, если приблизить, то можно было вот так напротив поплавок увидеть. Все видно. Красотища вот такая вот. Как вам шум волн? Не надо и на море ехать. Такая красотища. Вода до такой степени подступила. На этом месте еще был пляж, а теперь здесь вода. Просто в темноте это не очень видно. Ой, красотища. Вообще хорошо, когда река есть в городе. Можно вот так вот выйти, постоять, подышать. Красотища. Воронцовский парк весь ушел под воду. Слушайте, это то место, где еще даже до пляжа как бы не дойдешь. Вот тут клумбочки были с цветочками. Не, ну можете себе представить? Кошмар какой-то. Ужас. Вот это все вода. Пляж аж вот там. А это все вода. Вот так вот поднялась вода. И тут. И тут что-то, да?